Друзья, всем с добрым утром и с 1 января, с Новым годом, ура, такая вот прогулка у меня утренняя. Тут вот река Клязьма протекает, поселок Свердловский, Осиный остров. Вот такая вот слякоть. А вот у нас вы это, как ее сказать, указатель. Такой вот райончик. Дорога. Все пьяные, Новый год. И тут как зомби шатаются. И там, кстати, даже рыбаки на той стороне, видите, да? Не буду приближать, качество видео довольно испортится из-за этого. Вся красота вот эта вот зимняя просто-напросто, хотя с чем черт не шутит. Вот они, рыбаки. Ловит рыбу. Все, вернули мы нашу камеру в исходное положение. Такие вот здесь двухэтажные дома. Видимо, сталинские еще. Не успели их снести. Дорога. И я тут шел уже до этого, час назад ходил в магазин. И хочу вот, я, кстати, уток увидел. Думаю, нифига себе. Везде лед, а здесь, кстати, все. Как вам так сказать-то? Не замерзла, короче, вода. И вон, хочу вам показать, сколько здесь уток. Вон они, родные. Вы их могли наблюдать в моих других видеороликах. А вот этих вот птичек. Так, давайте поближе подойдем, поснимаем. Рука замерзла немного. Кстати, на удивление, друзья, на удивление, теплый денек, утро, но пальцы все равно мерзнут. Вот они. Смотрите, как их много. А у нас их даже покормить, у меня, вернее, нечем. Хлеба им кинуть или что-нибудь. Такая вот, друзья, красота. Вот это вот новостройки. Там мой дом тоже есть, который я купил, продаю квартиру. Уже, наверное, устали от моих роликов. Продаю и никак продать не могу ее. Мне какая-то ММС-ка поздравительная от кого-то пришла. Потом позже прочитаю ее, как закончу снимать для вас этот видеоролик. И вот утки. Видите, все, снегу вынее. Снег рассыпчатый, вовсе не холодный, как это бывает, морозные дни, вечера, дни. С Новым годом вас! Вот тут человек идет, поздравил с Новым годом. Как отмечается? Потихонечку. Потихонечку. Не напивайтесь, нет?
Видите, друзья, вы тоже не напивайтесь особо сильно, особенно сегодня с утра. У многих, наверное, многие проснулись с больной головой и с насморком, как я. Поэтому, друзья, не напивайтесь, друзья, не напивайтесь. Всех хочу поздравить с наступившим уже, с наступившим 2022 Новым годом, пожелать успехов, здоровья, самое главное, в новом году, ну и новых свершений, ну и исполнения, наверное, всех самых заветных, друзья, желаний. Вот. И думаю, для вас не будет сложным нажать вот такой вот лайк, жирный, новогодний, друзья. И оставить какой-нибудь маленький, интересный, можно интересный, а можно маленький. А можно вообще не оставлять комментарий. Вот. Но мне все равно будет приятно, если вы зайдете на наш с вами канал, а канал называется Жека, и посмотрите хотя бы немного, хотя бы, пусть даже вот этот видеоролик. Мне будет очень приятно. Еще всех, вернее, снова поздравляю всех вас с новым наступившим 2022 годом. Онупки вас тоже поздравляю. Слышите? Друзья, все-таки я решил спуститься вниз. Вернулся я в магаз и купил хлеба. Блин, все пальцы желтые, прокуренные. Все-таки надо, наверное, бросать курить в этом 2022 новом году, в новом. Надеюсь, он будет все-таки лучше, чем старый. Видите, я в своем свитере, который вам рекламировал в своем предыдущем видеоролике. Давайте спустимся вниз и покормим этих уточек. Надо шапку поправить, хотя в кадре смотрюсь крутой мэн, да? Лайк заслуживаю, думаю, да, друзья, как и вы. Я также себя люблю. Как говорится, сам себя не полюбишь, никто тебя, друзья, не полюбит. Давайте спускаться вниз и кормить наших уток. Давайте хлеб сначала с рюкзака достанем. Где у меня здесь хлеб? Неудобно, знаете, так вот одной рукой, как калека, все делать, как... Это... Не хочу обидеть, у кого проблемы со здоровьем, у кого не хватает какой-нибудь конечности, но вам скажу, с непривычки это делать очень неудобно. Хотя, я, можно сказать, надо было перед съемкой снять. Зачем они вот это одевают, непонятно. Вот эту вот штуку, наверное, чтобы хлеб не высыпался, но для нас с вами это неудобно, ну, по крайней мере, для меня. Вот они, родные. Тут граффити какие-то, видите, да? Смотрите, сколько вот, друзья. Столько в тот раз даже я не снимал, наверное, в летнем ролике. И погода теплая, радует. Прям вообще шикардос, друзья. Шикардос. И этот ролик, надеюсь, буду пересматривать долго и долго, когда буду находиться у себя в Воронеже. Сейчас я в Московской области, в Осиный остров, поселок Свердловский, где я когда-то давно купил свою, скажем так, неблагополучную квартиру, с которой сейчас решаю проблемы, никак не могу ни прописаться, ни продать, ничего с ней сделать. Вот. Надеюсь, мне в этом помогут очень одни хорошие люди, друзья, но пока я их озвучивать не буду, а потом, если мне разрешат, сниму о них, об этих людях отдельный ролик. Ну, моя благодарность, не, наверное, какая-то рекламка, потому что там агентство недвижимости мне помогает. Вот. Ну, давайте, наверное, все-таки
о хорошем. Все-таки Новый год, 1 января 2022 года. Смотрите, какая красивая цифра, друзья. Я уже баночку пива выпил. У меня уже, как вы можете слышать, речь немного уже невнятная. Но думаю, это ролику не повредит. В принципе, какой я в жизни, такой я и... Я, в принципе, снимаю себя. Я же жизнь себя снимаю. Давайте кормить уточек. Так. Одену-ка я рюкзак свой. Накину. Вы знаете, я сейчас шел в магазин, да, и мне мужик один говорит, с работы идешь. Я говорю, да нет. Гуляю. Если бы, наверное, я сказал ему, что я блогер, он бы, наверное, удивился, что блогер делает трезвый. Ну, сейчас, в принципе, час дня на улице. Где-то в другом конце Московской области. Так, давайте, наверное, вот, друзья, хлеб. Давайте. Кстати, хлеб у нас называется батонно-резной. Дикси, я в Дикси был. Давайте проверим производителя, друзья. Вкусный ли этот хлеб? Я думаю, утки, они в этом плане привередливые. Как мне кассирша сказал, их уже откормили. Они уже как американские окорочка, как бройлеры. Давайте кинем хлебушка, проверим. Смотрите, смотрите, как пираньи жадно накидываются на хлеб. Ух, сколько их много, смотрите. Я думаю, такие кадры стоит снять. Смотрите, опа, как Боинг приземлился, да? Приземлилась утка. Пиршество, смотрите, друзья. Смотрите, как их много. У-у-у. Мы вовремя, наверное, с вами подоспели. Потому что голодные утки. Интересное зрелище. И как их много. В принципе, зима. Как и человеку, им надо греться, согреваться, что-то кушать, чтобы организм не замерз. Смотрите, как их много, друзья. Друзья, я думаю, вот этот видос заслуживает такого вот жирного лайка новогоднего. Видите, да, двухэтажки. Скорее всего, сталинские они. Вот эта река Клязьма протекает. Видите, какая она. Там, кстати, рыбаки. Давайте я увеличу. Вон, видите, рыбаки ловят рыбу. Смотрите, друзья, какое зрелище. Надеюсь, они не на юг улетают. Смотрите, как их много. Давайте туда подойдем. Друзья, ну, я надеюсь, хотя бы в этом видеоролике вы мне поставите пару лайков. У меня уже столько роликов, по 200 штук, а лайков почти нет. И комментариев тоже. Да и подписчиков, в принципе, тоже немного, почти нет. Надеюсь, когда-нибудь я стану как Паша Рот, фильм известный. Надеюсь, я не закончу, как он. Царство небесное человеку. Хороший был человек, но... Давайте, давайте быстрее эти кадры. Это будут они поближе. Друзья, это прекрасное, прекрасное место. Это знаете, как рыбок в аквариуме кормить.
ты расслабляешься, отдыхаешь, тебя успокаивает в какой-то степени от рутины, от этой жизни повседневной. Смотрите, они к пакету. Блин, давайте сюда кинем. Хватит у них наглости. Друзья, просто хочу для вас покрупнее поснимать. Смотрите, как их много. Ай, май гад. Друзья, их очень много. Это, наверное, рай для охотника. Ну, насколько я слышал, здесь по периметру стоят видеокамеры по городу, и если кто-то захочет покуситься на жизнь вот этих вот летающих пернатых, заплатит минимум неплохой штраф. Это еще кинем. Ну-ка. Давайте кайфовать вместе, наблюдая за этим зрелищем. Конечно, не знаю, будут они с руки у меня брать хлеб или нет. Красиво, да? Я тоже так считаю, друзья. Те, кто не могут выбраться на природу, я думаю, будет идеальный видеоролик, такой в какой-то степени релакс. Еще покидаю. Хлеба требует страна, как говорится. Они даже дерутся, посмотрите. Прям как у людей все в жизни. Видимо, дикси неплохой хлеб выпекают, а сутки за него дерутся. Такая небольшая рекламка торговой сети. Посмотрите. Надо же уткам тоже Новый год устроить, друзья, да? Не только же людям отмечать этот праздник. Так. Давайте. Давайте, друзья. Я взял хлеб. Друзья. Прошу прощения, у меня заложенный нос. Насморк. Ноги, кстати, уже немного замерзают, хотя я в таких вот дутиках. Они у меня, кстати, чистые. Я их отмыл, очистил, нагуталинил даже. Видите, да? Какие фирма
Баден. Кто в теме, тот поймет, что это за обувь. Вот, но все равно, какие бы они крутецкие не были, ноги уже мерзнут. Потому что, чтобы добраться до этого места, я прошел слякоть, соль на дороге и лужи. Друзья, хлеба осталось не так уж и много. Я думал, что батона это слишком много, но оказалось, что это слишком мало. Надо было брать 2 или 3 батона. К тому же акция в магазине на праздник. Можно было взять хотя бы 2, но я извиняюсь. Я пожадничал, друзья. Надеюсь, вы не пожадничаете и все-таки влепите мне вот такой вот лайк. Жирный хлебный лайк, друзья. Давайте попробуем их поближе к берегу покормить. И, наверное, будем закругляться. Хорошего понемногу, как говорится, тем более в праздники. Вот. Так вот. Кстати, вот про Пашу Роту фильм. Кто любит вот такие ролики такого формата, которые я сейчас снимаю, вы можете набрать на YouTube или в Одноклассниках Роту фильм и попасть на канал вот этого вот замечательного человечка. Человечище с большой буквы, которого уже с нами пару лет нет на этой планете, наверное. Ну, вот он где-то сейчас в другой вселенной. Наверное, также снимает свои видеоролики. Вот. А если без шуток, у меня садится аккумулятор. И нельзя, наверное, когда говоришь о покойных, с иронией шуток, юмора, поэтому... Царство Небесное этому человеку. Ну и давайте, наверное, все-таки Новый год, 2022. Доснимаем этот видеоролик до конца. И я пойду уже домой в теплую квартиру, где стоит моя фирменная раскладушка. Пока я еще не успел продать и уехать в свой дом. Давайте, друзья, покормим уток. Вот у меня хлеб под ногами. Ну-ка. Такой вот, друзья. Главное не свалиться. Вот, вот. А то буду как одна из этих уток. Можете тоже приехать сюда. Здесь утки круглый год. И также покормить. Повторюсь, это адрес, если быть точнее, Лосиный остров, поселок Свердловский, это рядом с Балашихой. Здесь протекает вот такая вот замечательная, необъятная река Клязьма. Увидели, я вам показывал в начале ролика указатель. Ну вот мост над нами, такой вот мост. И вот утки. Вы можете также приехать и покормить. Слушайте, друзья, камера замечательно снимает. Лучше, чем моя предыдущая. Надеюсь, когда я сделаю монтаж, видеомонтаж, думаю, ролик получится очень неплохим. Так, давайте попробуем. Остался буквально кусок или 2 хлеба. Давайте, друзья, попробуем покормить с берега, если получится. И на этом будем прощаться. Давай, цыпа, цыпа, цыпа. Выйдут утки, нет, на хлеб. Давайте проверим. Ну-ка, если... Вот на берег я кинул, хватит у них наглости. Вот видите, еще кусок. Они видят, видят. Ну-ка, смотрите, смотрите, друзья. Каким-то наглости хватает.
смелости, вернее. Давайте, давайте. Не бойтесь, я вас это... не зажарю и не съем. Мне подписчики не позволят. Смотрите, друзья. Видите, все-таки утку тоже можно сделать ручной. Друзья, все-таки утку тоже можно сделать ручной, не только тигра или медведя. Смотрите, смотрите. А, как она жадно поглощает хлеб. Пакет уже, друзья, пустой. Давайте не будем мусорить. Уберем его в карман. Наши куртки. Мы же не варвары. Мы будем оберегать свою планету, чтобы побольше вот таких вот замечательных животных на ней обитало, и мы могли нашим детям оставить какое-то наследие после нас с вами, когда нас с вами не станет, чтобы наши дети могли любоваться всей этой красотой, друзья. Не знаю, с руки они будут клевать, нет? Ну-ка. Боятся, боятся, боятся. Смотрите, о, пугливые какие, да? Ну не бойтесь, я же вас это хочу всего лишь покормить. А ведь заманчиво, да? Все-таки жажда наживы берет верх над страхом. Не как пингвины, похожи на пингвинов, только на диких. Там хлеб лежит. Давайте подкрадемся тихонечко. Ну, утки. Давайте отойдем, может быть, они. Тогда я вот подберу хлеб. Друзья, очень бы хотелось с руки покормить этих замечательных пернатых, но видите, все-таки я не до конца их доверия заслужил, видимо. Поэтому не забываем ставить такие вот жирные новогодние лайки, комментарии. Ну и советовать канал, наш с вами канал Жека, своим знакомым, друзьям, там, не знаю, близким, родственникам. Вот. Ну и повторюсь, поздравляю вас с Новым годом, 2022 Новым годом. Желаю вам много-много подарков на этот Новый год получить. Вы, наверное, уже их получили. Ну и счастье, здоровье, наверное, самое главное, здоровье. И, наверное, все, исполнение всех ваших заветных желаний, о чем вы мечтаете или мечтали. Или планируете помечтать, как я, например, стать великим блогером. Вот. Короче, друзья, желаю вам всех-всех благ. Я, видите, особо на красивые слова у меня не получается. Это я тамадой не работал никогда, но блогер из меня, надеюсь, хоть какой-нибудь, но получился на сегодня хотя бы.